esi radošs, s. Un baudi no tā. Varbūt ne tik labi skana, bet izsaka domu. Esi radošs un baudi no tā. Отец Небесный, говори к нам, меняй наше мышление, делай из нас победителей, кто ни перед кем не возвращается, делай из каждого человека здесь, в этом зале, каждого, кто ходит в домашнюю группу, каждый, кто ходит в церковь, Христос миру, делай из нас победителей. Которые во всех сферах, во всех вещах достигают вершины. И я верю, что это реально и это возможно. И это уже происходит. Будь творческим и наслаждайся этим. Книга Иова, 36 глава, 10 стих, 35 модель. 35 глава. Pats Dievs, mans radītājs, kas pat naktī iedvež slavas dziesmas. Сам Бог, Творец мой, который даже ночью дает мне песни хвалы. Mans radītājs, kas pat naktī iedvež. Мой Бог, Творец мой, который даже ночью дает, скажи, да, дает, дает песни. Radītājs. Творец. С большой буквы. Мы искали в Божьем Слове, учились в библейской школе. И мы знаем, что в Библии можно найти имена Бога. Его имя также Творец. Скажи, Он Творец. То есть Бог, Он творит. Он Творец, Он творит. И такова его сущность. Он даже ночью дает песни хвалы. Здесь мы сегодня видели топ-7 пастора. Это на данный момент те, кто не в топе, они могут попасть в топ. Те, кто уже в топе, это те люди, с которыми я могу сотрудничать. Я могу сотрудничать, если с головой все будет в порядке у них, и впредь, если не будет гордости, если они не обидятся, или, возможно, если они не смогут принять критику, не смогут вести. Но это те люди, с которыми я сегодня могу сотрудничать. Это те люди, которые сами приготовили, не просто из воздуха, но то, что мы здесь видели, это было дано Божьего Духа, вдохновлено Божьим Духом. София, подойди сюда, на сцену. Вдохновлено Божьим Духом. Бог, Он создает то, что мы здесь видели. И скажи только, что ты был равнодушным. Стой, ты спокойненько. Это вдохновляет Бог. Мы танцуем, мы поем, я проповедую, мы строим, мы делаем какие-то художественные вещи, делаем музыку, создаем. Но Бог тот, который вдохновляет, Божий Дух. Бог, Он Творец, скажи, Бог Творец. Если мы видели какие-то мероприятия, когда Бог говорил к нам, это было вдохновлено Божьим Духом. Каким образом? Вот здесь София, почему я ее пригласила? Я ее спросила, как она написала этот стих под музыку. Все это, каждое представление, оно было сегодня лучше, чем было вечером старого года. Это было уже лучше. Отработано все. Я спросила у Софии, как это твое искусство произошло, она создала. И она сказала, если я ошибаюсь, тогда исправь меня. Я просто что-то делаю. Я куда-то иду. И у меня есть мысли в голове. И вдруг слова. Одно слово. Пять слов. Откровение. И она повторяет это. Ты видел? У нее не было перед ней никаких слов. И я спросил, а где твои записи? У нее нет записи. Все у нее в голове. Записи у меня есть, но сначала я все придумываю в голове.
чтобы не забыть. Okay. Но все в голове. Для аплодисментов сейчас. Да, весь голова. Все в голове. Но сахаром веровалась вен, сначала. Одна часть, но это еще не все, и нечего там сразу еще делать. И Софии нравятся такие длинные представления. Не закончена еще мысль. Потом она снова сидит на домашней группе где-то на служении. Вдруг снова, бум, читает Библию, прославляет Бога. Следующие слова. И таким образом, ты сказала, примерно за полгода. Примерно за полгода вот появилось такое мероприятие, представление. Это было в голове. А когда ты на бумаге все написала? Вчера? И иногда записываю какие-то предложения. И ты спокойно можешь это в любой момент рассказать, это у тебя внутри. И так появляется это представление из многих разных откровений в течение полугода. Что это такой источник, откуда приходят эти мысли, и кто ее вдохновляет? Кто автор этого мероприятия? Это Бог. Бог, Он творец, который даже ночью дает песни. Может быть, тебе ночью тоже что-то приходит, да? Спасибо, София. Многие, что мы видим, нам кажется, это само собой понятно, мы сами все придумали, но это не так. Это вдохновлено Божьим Духом. Моя проповедь сегодня здесь, которая изменит твою жизнь, это вдохновлено Божьим Духом. Это не мой, это не я придумал, это реальный рема, который я получил в Духе. Божий Дух, который открывает мне, этим я делюсь с тобой. Итак, Бог, Он Творец, и Он дал человеку способность творить, способность услышать, что хочет Он, и способность творить. Матфея 19:4. Творец изначально их создал. Здесь речь идет о Божьей жене. Иеремия 51:19. Он Творец Вселенной. Творец Вселенной. Все, что мы видим. Все, что мы чувствуем. Все, что мы слышим. У всего есть один источник. Даже тогда, если это от дьявола или служителя дьявола, это использовать в любом случае материал, это дан Богом, который мы используем. Песок мы можем использовать и в хороших целях, и в негативных. Свои голоса, свои уши, руки мы можем использовать и в негативных целях, которые для дьявола, а также и для Бога. Но этот материал, руки, ноги, уши и все материальное здесь на земле, конечно, не духовное. Все дано Богом. Скажи, все дано Богом. И не так, как Ливы поет, что все дано дьяволу. Возможно, Ливам все дает дьявол, но нет. Все Богом дано. Дьявол, он узурпатор, который узурпировал и присвоил себе то, что принадлежит Богу. Все от Бога и к Богу. Творец. Начнем с Библии, с первой главы. Давайте откроем свою Библию. Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. Вначале сотворил Бог. Вначале Бог сотворил. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Земля была безвидна и пуста. Даже сложно представить себе, как это выглядело, но здесь ничего не было. Из ничего Бог создал что-то. Дух Божий носился над водой. Это значит, что был
была какая-то вода, шар воды. Ты знаешь, что в основе всего вода? Ты знаешь, из чего ты состоишь? Из воды. Человек, который не пьет воду, они, к сожалению, умирают потихонечку, потому что они состоят из воды. Если ты не пользуешься водой, то это проблема. Но мораль не об этом сегодня будет. О том, сколько много кто пьет и потом выливает. Дух Божий носился над водой. Dievs ir radošs. Precīzi. Dievs ir gars. Svētais gars rada. Дух Святой, Он творит. Jēzus ar piecām maizēm. Jēzus ar piecām хлебами. Pabrāk 5000. Рыбами. Он покормил 5000 людей. Это чудо. И это доказательство того, что Бог, Он творец. Не только в физическом мире, что мы можем заработать, что мы можем достигнуть сколько людей, но сам своим духом, то, что Он может сделать, это бесконечно. Бог дает, Бог забирает. Он номер один, Он сверх всего. И Он творец. Да будет свет, и Бог создал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош. Слушай внимательно. Это очень важный принцип сегодня. Бог создал свет. Я буду читать дальше, потом сел. Кресло. Спасибо. Бог создал свет. Он сел. Хорошо. Мне нравится. Мне нравится творить. И мне нравится то, что я создал. У меня появляется желание сотворить еще что-то красивое. У меня правда. Это фильм «Бринишкий прав» по шизофрении. Есть такой фильм «Чудесный разум». И у Бога действительно чудесный разум. И Он тебе дал чудесный разум. Тебе пошло. Лена, тебе тоже. Он знает, что у него хороший разум. Другие этого не знают. Скажи, у меня чудесный разум. Аминь. И не из этого фильма. Не из этого фильма. Это из другого фильма. Это из первой серии. Бог тебе дал разум, чудесный разум, подобный им своему. И Бог, в твоем разуме есть способность видеть, творить в разуме. Это называется фантазией. Создавать то, что ты думаешь, какие ты образы видишь, к чему ты стремишься. И у этой мысли это дух, это язык Духа Святого, кто мыслит как Дух Святой и делает по его воле эти, это реализуется. Бог, Он творец, и Он дает тебе способность творить. Да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош. И сказал Бог, да будет свет посреди воды, и да отделяется воду от воды. И назвал Бог сверху небом, а воду назвал морями. Еще нет жизни, есть только острова, континенты, горы. Назвал это именами. И в 10 стихе и Бог сел, там написано. Представьте, что там написано. Он смотрел на свое творение, то, что Он сотворил, и что Он сказал. Библии, смотрите. Что сказал Бог в 10 стихе? Он сел, смотрит на свое творение, что Он говорит? Лаура. И увидел Бог, что это хорошо. Это как Пикассо нарисовал какую-то кривую картину.
Приходят его фанаты. Да. Круто. Бог, он не Пикассо. Бог создает что-то красивое, а не уродливое. Я, по крайней мере, еще не вырос на такой божественный уровень, чтобы наслаждаться Пикассо. Но я знаю, что, возможно, однажды я вырасту. Возможно, однажды я вырасту, что смогу все это. Знаешь, этот фильм «Один плюс один»? Один кровь вылил из носа на картину. И много миллионов. Да. На самом деле, соль не в Пикассо и не в этом кляксе, а в твоей собственной фантазии, в твоей голове, в твоем сердце. Поэтому очень просто в последнее время модернизм какой-то ужас сделал, а человек, который одарован, смотрит, и ему нравится. Да, именно над этой кляксой моя фантазия летала, и я это беру. Творец. Бог творец. Идем дальше. И Бог создал зелень, траву, сеющую семя, породу в 12 стихе. И что в конце написано? Бог сел и сказал. Мне нравится то, что я вижу и что я творил. Там так написано? Ну, примерно так. И увидел Бог, что это хорошо. Он творит. Он сотворил землю, море и сушу. Он сотворил мир растений. И каждый раз, когда он что-то создал, он радуется об этом. Ему нравится то, что он создал. Дух Святой, спасибо, что ты действуешь на нас. Что ты... зарабатывает наши механизмы, что мы можем быть творцами. Мы творим в твое имя. В 14 стихе Бог сказал, да будет светило на тверди небесной. Он создал небо, звезды и солнце. И в 18 стихе и увидел Бог, что это хорошо. Dievs ir pirmais. Dievs radīja lielus jūras vērus, visus dzīvnieku un visāko dušu životnieku, priekaikājušiekus, kuri praizvīlā vada parodu ich, un visāko ptīcu pirnātoju parodu jū, un uvidīl Bog, šo ēt harašo. Un tad Dievs atsēja, darīsim cilvēku, pēc mūsu dara, un pēc mūsu līdzības, praizvīdžam čovēkam. По образу и подобию нашему, то есть они дали всем живым, всей землей. И создал Бог человека по своему подобию мужа и жену. Он создал и видел Бог все, что он создал, и вот хорошо, весьма. Воздай славу Богу! Когда мы пришли к человеку, мысли проскочили, но я тоже так подумал, что ты и я, и Бог сказал, что мы хорошие. Бог сел, Он создал человека, Он создал всех животных и красивых, всяких разных. Создал человека, сел, Он смотрит на женщину, смотрит на мужчину. Мне нравится. Мне нравится. Богу. У Бога есть свой цикл, который мы сейчас здесь видим. Что Он создает и радуется. Он создает и радуется об этом. Скажи, Бог создает и радуется об этом. Он пошел вперед. И в самом конце, когда Бог создал человека, написано по своему образу и по своему подобию. Это значит, что Бог вложил в тебе, в человека. Человек, он сверх всего творения. Все учения, которые учат, что ты после смерти превратишься в лягушку, или станешь пылью, или станешь кем-то еще, или, может, львом станешь.
кузнечиками или зеленой травкой. В своем роде это правда, что ты станешь травкой, но это речь идет только о твоей плоти. Эти учения противобожны. Это сатанические, потому что человек, он высшее творение, Божье творение, и человеку Бог дал такой же разум, как и у него, такое же сердце, какое есть у него, и он дал тебе способность творить. Это происходит в голове, в сердце, в вере. Ты творишь. Творишь образы. Ты сотрудничаешь с Духом Святым. Ты провозглашаешь, что произойдет то, что ты, о чем ты молишься. И через определенное время реализуются твои мечты. Ты творец. И в тебе огромный потенциал. Скажи, во мне огромный потенциал и сила. Скажи, я творческий. Такой же, как Бог. Такой же, как Бог. Есть место Писания, что мы боги. Вы боги. Бог один, но мы настолько похожи на Него, что сложно отличить. Deus radiz cioba. Бог создал человека. Потом, после того, когда он создал полный комплект. Растения. Почему мы едем в какие-то путешествия? Мы хотим видеть Божье творение. Если ты лезешь в горы, ты видишь водопады, там иногда такие, такая красота, что у тебя дух захватывает. Ты видишь какие-то мероприятия, ты можешь даже заплакать, у тебя восхищение появляется. Бог создал то, что Он создал. И Он создал человека. И одна из причин, ему хотелось чем-то делиться, с кем-то делиться. А то он садится. Хорошо. Действительно хорошо. Какие горы. Какие животные, какие суслики, какие носороги, какие динозаврики, птеродактили, которые вымерли. А что Богу делать? Лев, подойди сюда. Смотри. Радуйся вместе со мной. Какая красивая львица. Как красиво все это, зеленая травка. Даже Соломон. Даже не нет так. А лев что? С кем ему делиться? Он создает человека, подобного себе. Бог создал и делится с человеком. 100%. Он создает и делится с тобой. Он вкладывает, вложил человека в Эдемский сад, в идеальном месте. И он дал ему возможность править и создавать в Божьем, и править во имя Божье. Скажи, Бог, Он Творец, и я Творец. В общем, о том, что ты сейчас слышал. Бог создает и делится с тобой. Он сам радуется тем, тому, что Он создает, и делится с людьми радостью. И точно такой же природу Он вложил в человека, что ты творишь с помощью Бога. Человек, который не верит в Бога, он в любом случае, этот разум ему дан от Бога, что он творит. И если он может радоваться тому, что он создает, тогда он хочет делиться этим с людьми, другими людьми. Точно такой же природа у человека. Он творит и делится с другими. Что ты творишь?
Ты в своей жизни, в этом короткое время здесь на земле, чего-нибудь ты достигнешь, что-нибудь за собой оставишь в жизнях людей, или ты будешь жить так, что у тебя будет радость над тем, что ты делаешь, и будет ли радость другим людям от того, что ты делаешь? Ты полезен ли людям? Создаешь ли ты что-то такое, что людям заставляет говорить «вау», а в противном случае ты паразит, человек, который не научился еще. Ну ладно, есть еще время, пока ты еще вырастешь и будешь создавать и давать людям. Но смысл каждого человека создавать что-то такое, что нужно другим людям. В советское время сажали в тюрьму за паразитизм, если ты не работал. Тот, кто не работает, он умирает в голоде. Ты не работает, тому не будет есть. И вопрос сегодня простой. Будь творческим. А что ты творишь? Посмотри на себя. Ты, допустим, ты свою домашнюю группу ведешь. Ты можешь вот так вот сесть и подумать. У меня вау домашняя группа, у меня вау люди. У меня действительно есть что-то такое, что никогда не закончится. Ты мне, Бог, в сердце дал так строить домашнюю группу, такую, которая всегда будет, где я вижу, что изменяются жизни, что что-то красивое, что мне нравится. Это то место, куда люди приходят и радуются. Бог сел, Он создал и сказал: «Вау, хорошо». Бог создал человека, поставил его в Эдемском саду, и человек сказал: «Вау, классно, мы только мечтали об этом, о Эдемском саду». Вау, хорошо. Так Бог предусмотрел, чтобы ты свое служение делал так, будет это прославление или порядок видео служения. Приводить порядок, все, когда ты таланты свои показываешь здесь. Здесь талантов нет никакого. На самом деле это просто работа, а не талант. Сделаешь свое, и ты можешь так сесть и сказать: «Вау, это что-то такое, не просто красиво выглядело, но это что-то останется в жизнях людей». Неважно, ты инсталляцию какую-то ставишь здесь, в этих помещениях что-то делаешь, или когда ты отношения созидаешь в своей семье, ты можешь сесть и так сказать: «Я вложил в свою вторую половинку», это неважно, жена или муж, ты сел и сказал: «Вау, у меня самый лучший муж, самая лучшая жена», и действительно, то, что я сделал со своей стороны, я радуюсь. Даже если моя вторая половина меня съедает или пилит меня на несколько частей, неприятно может быть. Но если ты со своей стороны сделал все правильно, и ты знаешь, это останется, положительное влияние оставит на твою вторую половинку, и ты сел и сказал: «Вау, хорошо сделано, это успешно, отлично». Если ты сам можешь, если ты можешь сам радоваться за это, если люди об этом радуются, что ты создаешь, ты на правильном пути, ты будешь жить полноценной, творческой и наполненной жизнью. Ты будешь тем, который будет наверху и никогда внизу, потому что Бог тебя создал головой, а не хвостом, как что ты всегда будешь наверху и никогда внизу, если ты будешь творческим человеком. Аминь. Аллилуйя. Воздай славу Богу. Каждый человек наслаждается от того, что другие создали друг. Это Божий принцип. Принцип. Каждый. Ты наслаждаешься сегодня этим служением. Кто-то это создал. Я вообще не понимаю тех людей, здесь собирают пожертвования, здесь все ради денег. Ну слушай, что такое деньги? Это очень низкое, очень неправильное. Ведущее в никуда мышление. Деньги. Если я что-то создаю, если ты что-то создаешь, то, что нравится,
он берет это от тебя. И как он за это отплачивает? Он дает тебе что-то, что тебе нужно, правильно? А что этот инструмент, как мы рассчитываемся за услуги друг друга? Что это за инструмент? Деньги. Деньги — это просто деньги, бумага или железо, когда-то было серебро. Теперь тоже юбилейные монеты тоже могут быть серебряными или золотыми. Это только деньги. Это на самом деле мы просто услугу друг от друга берем, то, что мне нужно. Человек так создан, что он не может, у него есть нужды. И эти нужды ты не можешь сам себе исполнить, только мы друг другу. Вот Элвис здесь свидетельствовал. Он повар. Но не все могут быть маникюрами или поварами, или танкистами, космонавтами. Не можешь быть в одном личности все это. Не могут женщины идти в армию и защищать мужчин. Наоборот, все происходит в основном. Разные другие тенденции в последнее время появляются. Но, тем не менее, это невозможно. Никогда у женщин не будут такие параметры, чтобы во всех позициях служить в армии. Это невозможно, кроме отдельных гибридов. Да. Если параметры соответствуют, окей. Женщины спокойно могут... Почему они могут... снайперы, они могут убивать так мужчин. Я люблю и мужчин, и женщин. Все в порядке. Будь творческим и наслаждайся от этого. Давай что-нибудь другим и бери от других. Итак, каждый наслаждается тем, что другие создают, чтобы ты в полной мере наслаждался, чтобы действительно полноценной жизнью жить, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы действительно достигнуть успеха, чтобы действительно ты можешь сказать: «Вау, мне нравится все, что происходит вокруг меня в основном». Это необходимо, чтобы наслаждаться, нужно самому что-то создавать и давать другим. Ты должен давать свои дела взамен других. В результате мы наслаждаемся от результата других, и для этого обмена созданы деньги. Бытие, 2 глава, 9 стих. Здесь идет речь о том, что Бог создал дерево. Он создал что-то, что было приятно, на что было приятно смотреть. Какая твоя задача? Что бы ты ни делал, будь это твоя работа хлебная, или искусство, отношения в домашней группе, в семье, лидер домашней группы и помощники в служениях, в учении, в музыке, да что угодно. Если что-то ты делаешь, как нужно это делать? Чтобы тебе было приятно. Этого достаточно? Есть люди, которые нравятся петь, а тебе другим не нравится, как ты поешь. В этом-то проблема. Есть люди, которым нравится петь. Того, что тебе нравится петь, тебе может нравиться, как ты поешь. Но, к сожалению, ты не один. И у Бога есть идеальный слух. У Бога идеальный слух. Ты можешь петь ему в ванной комнате. Аллилуйя. Это все нормально. Но если ты хочешь... петь так, чтобы людям нравилось. Ты хочешь, чтобы другим нравилось тоже. Ты можешь петь Богу как угодно. Это все равно, потому что Бог понимает тебя. Но если ты хочешь что-то давать, чтобы люди принимали это, ты должен хорошо петь. Бог слышит. К сожалению. Не к сожалению, а супер. Бог нас и Он меня создал таким, который слышит. Меня не нужно проверять. Я слышу. Ну, не все, конечно. Приятно смотреть. Марка 13.1.
И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания, какая архитектура, какая базилика, какие материалы, какие стены, какое великое здание». Здесь речь идет о храме. Он конкретно говорит: «Посмотри, какие камни, какие здания, какие храмы, когда ты едешь в какие-то путешествия, когда ты в какой-нибудь Праге и тому подобных местах. Первый раз ты в каком-то городе, и там красивое какое-то место. Я, например, в этом летом был в Ватикане. Мне кажется, что этот Ватикан меня так больше всего вдохновил. Это маленькое государство, но мне понравилось. Это вау. Это создано человеком, и именно Бог дал эту возможность человеку. Человек нуждается в красивом, в правильном. Человек нуждается в красивой и правильной музыке, а не в какой-то кривой. Нуждается в правильной, хорошей музыке. У нас у человека есть физическая нужда в еде, во вкусной еде. Ну, в любом случае, в худшем случае мы будем кушать плохую еду, невкусную, но чтобы не умереть, как бомжи. Но есть разница, как бомжи кушают из мусорки и как ты кушаешь в ресторане. Есть разница. У человека есть нужда в красивом, что может дать только другой человек. Наслаждаться искусством, музыкой, кушанием, наслаждаться отношениями, любовью. Это все нужно людям. Также есть технические, материальные вещи, помещения, здания, архитектура, разные техники, технологии. Это все, что люди создают и дают друг другу. Кто из вас живет без Windows? Без окон. Можно сказать, кто из вас, ну, будут, наверное, некоторые, но кто-нибудь живет из вас без андроида, кроме некоторых, которые еще остались. Кто-то это создал. И кому-то это нравится. И кто-то вдохновляется этим. Кто-то это принимает и еще за это платит деньги. Каждый должен что-то давать. Скажи: «Я должен давать». Люби Бога. Это так просто. Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Это точно так же. Возлюби Бога и своего ближнего. Будь в контакте с Ним, будь Творцом и давай людям. Твой бизнес. Создавай в своем бизнесе что-то такое, что нравится людям, что тебе самому нравится и людям нравится. Скажи: «У меня есть необходимости, нужды, которые могут заполнить только другие». Все, чем ты наслаждаешься, ты идешь в магазин, ты идешь со своими деньгами, которые ты заработал, ты что-то дал кому-то, и тебе за это заплатили, ты что-то дал, и это оценили в деньгах. И чем меньше у тебя фантазия, чем меньше у тебя работы, тем меньше ты можешь взять. Чем меньше ты даешь другим, тем меньше ты зарабатываешь плоды и так далее. Ты должен расти в том, что ты даешь. Бытие 3.21. После грехопадения Бог, Господь, сделал человека, Адаму и жене его, одежды кожаные и одежды. Кто первый? Дизайнер мод. Самый первый дизайнер мод. И когда ты видишь французскую, итальянскую моду, ты видишь эти модели, как вешалки, что на них навешали, они выходят. Когда ты все это видишь, на самом деле ты видишь выражение Божие. Бог дал эту способность человеку создавать что-то красивое, что другим нравится. Конечно, вкус разный, и поэтому разные способности в разных направлениях. Одному фу, а другому вау. А если только троим
вау, а все остальные, всем остальным не нравится, это что-то не в порядке. Не всегда все нравится всем. Есть большие, если большая группа людей говорит вау о том, что ты создал, это хорошо. Почему хорошо? Хорошо одеваться. Почему мне смотреть на какого-то некрасивого одетого человека? Почему люди в семье решают свои конфликты, не только в семье, друг с другом. Кто-то не выспался хорошенечко и разные другие вещи. Ты пришел в церковь или на домашнюю группу такой, у тебя негативизм исходит из тебя, и ты не можешь это скрыть, ты этот негативизм, который у тебя внутри. У кого нет проблем где-то снаружи, но ты пришел сюда и не можешь собраться. Когда ты приходишь в люди, ты улыбаешься. Это будет лукавство, если я не буду, если я изнутри не улыбаюсь, а снаружи буду улыбаться. Ну, другим это не нужно. Нужно контролировать себя. Люди, которые... Это не всегда так будет, что ты изнутри будешь себя чувствовать хорошо, но ты должен собраться, посмотреть на себя нормально. А мне не важно, что одеться, главное — тепло. Я не согласен. Почему ты выходишь в люди, почему ты должен преподносить себя вот таким вот? Ну не так, что ты должен в Дольче & Габбане ходить обязательно, не знаю, какие-нибудь Армани. Это не так, но тем не менее, в соответствии со своим средством нужно хорошо одеваться. Другим тоже радостно. Ты можешь порадовать других, или наоборот, ты можешь оттолкнуть других. И вторая сторона, ты можешь одеться такой, вау, знаешь, в бальном платье прийти. А изнутри ты не можешь даже улыбнуться. Алина здесь танцевала, ты видела? Ты знаешь, как она изнутри себя чувствовала? Ей не понравилось, что я сказала. Она приходила ко мне и сказала, просила прощения, потому что я решил, что она не будет здесь танцевать, но она быстро собралась и попросила прощения. Ты видел здесь? Улыбалась, глаза такие, идет, танцует. Все, улыбка была. Если хочешь, то можешь. Алина, скажи, я могу, если хочу. А если что-то бывает иногда, то она быстро это сожалеет и просит прощения. Итак, Бог самый первый дизайнер мод. Все, что хорошо, что позитивно, это все исходит от Бога. И все, что люди создают, даже если некрасиво и неприятно, это тоже Божий материал, но просто люди это уродуют. Это вдохновляет дьявол. Можно ли музыку испортить? Еще как. Ты знаешь, из красивой песни. Группа «Игль». «Hotel California». Красивая же песня. Если речь идет о сатанистической музыке и так далее, это действительно будет тяжелый рок. Вау. И однозначно будет. И речь не идет о стиле. Ты знаешь, о чем здесь поют? Мы несколько дней назад прослушали и перевели эту песню. Это песня сатаниста. Слова такие. Они поют то, что мы поняли. Я об этом уже слышал, читал, но то, что можно было понять, что в этом отеле произошла тусовка, сатанисты сошлись. Это речь не идет о мужчине и женщине. Там люди, которые пришли, и там закодировано все красиво. Можно испортить музыку? Еще как. Она может быть очень красивая. Эту музыку дал Бог, но люди, вкладывая вот туда свою идею, которая не от Бога, они уродуют эту музыку. Не бывает музыки от Бога или от дьявола. Бывает идея, которую люди вкладывают туда. Ну, просто ноты сложены. Но важно, какую идею несет эта музыка. Будь творческим и наслаждайся этим. Ты можешь наслаждаться только тогда, если ты
сам можешь наслаждаться тем, что тебе нравится, что ты создал. И чтобы людям нравилось, что ты создал. Я учу тебя сегодня, как побеждать, как жить полноценной жизнью, как оставить за собой что-то действительно достойное. Не великолепно ли это? Скоро будет матч с Майрисом Бредисом. Между Бредисом и Усиком. Мы другие матчи тоже видели. И вообще, все, кто смотрят спорт, хоккей, бокс, какие победы тебе нравятся в боксе? Нокаутом или такая, какая последняя? Он мучился там тяжело. Какие тебе нравятся? Такой нокаут и такие красивые зрители, они что ждут? Красивую победу. Одна вещь — что-то сделать, а вторая вещь — сделать красиво. Ну, в хоккее вымучили эту победу 2-1. Один гол забит так небрежно. Ну, нет такого наслаждения от такой победы. Не так ли? Бог, Он дал нам способность и желание создавать что-то красивое. Знаешь, иногда есть какие-то проблемы у меня. Где есть люди, там есть проблемы. Всегда. Всегда так было, так всегда будет. Так было и так будет. И чем больше ты растешь и учишься, получается, так проблемы решать, что я так делаю. Сажусь, подумаю над всем этим и думаю, вау. Вау, какой я крутой. Ну, я так просто для примера показываю, немного преувеличиваю, но я доволен. Потому что в тот момент, когда происходит этот конфликт и что такое, я думаю, я, наверное, сделал что-то не так, что я могу сделать? Потом приходит идея, я буду делать так, сделаю так. Просто сделал, и такая хорошая реакция, так все получается. И думаю, вау, вот это уровень. Но откуда решение конфликтов у меня стало подаваться? Это от длительного опыта и постоянное учение. Я постоянно читаю Библию, книги, учусь от Божьих мужей и женщин. Я постоянно учусь и практизирую, пока становлюсь таким. И я только в начале пути. Я постоянно буду расти как лидер. Я ничего лучшего не вижу. Например, дизайнер мод может просто одежду делать. А лидер, он может создавать и авто, и дизайн, и даже здание. Лидер, он может не знать ни архитектуру, ничего другого. Он знает лидерство, и ему остальное ничего не нужно. Самое крутое, друзья, быть лидером. Ты можешь под себя все собрать, если ты лидер. Скажи, лидер. Ты в таком месте, друг, вообще, в такой церкви, где лидерство, это очень ценится, и об этом учат. Разве в банке важно, чем ты занимаешься? Скажи, банку важно, чем ты занимаешься? Или им важно, что ты зарабатываешь? Им не важно, что ты делаешь, но деньги у тебя забирают, авто забирают, дом забирают. Некоторые тебя используют, другие не используют. Но это люди, которые понимают что-то из лидерства. Вот почему в Риге самые высокие здания именно банки. Ну ладно, я не мерил этот собор Петра и Светбанк, но такие модные. Во всех столицах фактически, где ты заедешь, там самые большие здания будут банки. Ты едешь в какую-то столицу и смотришь, вау, банки. В Таллин хотя бы съезди, посмотри новые какие-то здания возле старого города. Такие стеклянные здания, банки. Это лидерство. Не в лучшей форме, но все-таки лидерство. Я помню, однажды в спортивной школе, когда мы учились, мы постоянно играли в футбол или баскетбол, мы бегали и
разогревались, это был футбол или баскетбол, у нас было две команды, и мы играли. Я помню, был такой Нил в классе, очень спокойный парень, очень спортивный. Сам по себе он такой был. Я до сих пор его помню. Он вырвался первый к воротам, что за ним еще 5 метров оставалось до следующих людей. Даже вратарь уже вышел. Пустые ворота, и Нил сам. Что он сделал? На линии ворот он остановил мяч и так посмотрел вокруг. И так медленно забил гол. Красиво просто, и это в памяти осталось. Это могут только те, которые свою работу дорабатывают, принимают критику, учатся на ошибках, ставят себе цели и достигают ее. И людям это нравится, и Бог может тебя благословить. Скажи, Бог может меня благословить? Амен. В полной мере. О еде. Я в группе спросил у людей, нравится ли тебе есть. Некоторые сразу же ответили, мне нравится есть. И потому как они выглядят, тоже можно видеть. Ой, как бы не получил я потом позднее. Честное слово, мне не нравится есть. Ну, по большому счету, у меня другие дела, у меня за компьютером какие-то идеи, я сам сижу и кайфую, или другие вещи, а нужно идти есть. Это одна вещь. Я кушаю, чтобы, потому что нужно кушать. Я чувствую, что голод какой-то, и начинаю ходить кушать. А по воскресеньям это другая вещь. И когда ты уже сутки не ел, и тогда готов есть все, что угодно. Но если что-то невкусно в группе, я оставляю и не доедаю. Я сутки не ем, но все равно не буду кушать. И если невкусно, я буду кушать, только еще неделю не буду кушать. Что это значит? Что достаточно невкусно. Конечно, вкус тоже отличается. Некоторые то едят, другие другое. Это тоже. Но, тем не менее... Какую еду ты хочешь кушать? Вкусную, не так ли? Если у меня что-то вкусное, что-то такое особенно сделанное, это просит больше времени, ресурсов каких-то, но мне хочется это есть, и тогда я ем столько. Например, когда мы к Эдгару идем, он брюнетку делает. Это ужас какой-то. Я не могу, я ее кушаю. Эдгар еще домой дает такую, я потом на завтрак, на обед я ем так, что мне, я знаю, что мне будет плохо, потому что там много масла. Я говорю, Эдгар, меньше масла, больше печенек, но тогда не так вкусно. И я ем, и мне уже плохо, и там вот это сахар выворачивает, но тем не менее я кушаю. И точно так же гоголь-моголь, я могу кушать, пока сам не надуюсь. Особенно с вареньем таким малиновым. Когда жена у меня солянку делает, она единственная так умеет. Я могу есть, есть и есть. А потом я знаю, что нужно пить много, знаешь, как она соленая. Еще какие-то еду она делает такую. Какую-то запеканку с сыром, мясом и так далее. Я могу есть на обед. Я знаю, если это будет на обед, тогда я с радостью иду. А так еще полчаса могу просидеть, 15 минут. Да, иногда просто нужно поесть. Точно так же, когда я знаю. На сегодня. Мы сегодня будем, и другой раз, когда мы будем, я знаю уже, где я смогу поесть. Индра, она специалист по мясу. Когда ты идешь к Индре, там, как в деревне, там хлебный суп, и так много мяса, карбонады. Если ты пойдешь к Пашле, там будет очень сладкие торты и макароны.
Эти сладкие макаруны. Зеленые. Потом все было зеленым, если честно. Все везде было зелено, потом два дня. Поэтому можно понять, кто больше съел эти макароны. Будь творцом и наслаждайся от этого. Наслаждайся от того, что другие наслаждаются от этого. Наслаждайся тем, что тебе самому нравится. И о деньгах забудь. Деньги, они важны, но о деньгах нужно забыть. Это не самое важное. Важно давать. Давайте, и дано будет вам. Правильно? Полную. Чрезмерно идущую меру дастся вам, ибо какой мерой вы мерите, такой отмерится вам. Луки 10:17. До 21 стиха. Ученики приходят к Иисусу, они были высланы в служение, у них произошли чудеса, домашние группы создаются, они приходят к Иисусу и говорят: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Они были рады тому, что они делали, у них результат есть, им удается, первые шаги. И в 21 стихе Иисус говорит: в тот час возрадовался духом Иисус и сказал. Иисус стал радостным. От чего? От того, что ученики что-то давали такого, что его порадовало. Он учил их, он выслал их, им удалось. И от того, что им удалось. Итак, Иисус радовался их делам, а ученики — своим. Можешь ли ты радоваться своей работе? Планируй так и работай так, чтобы ты мог радоваться, и это принесет плод. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. Павел пишет письмо Фессалоникийцам. Благодать вам и мир. Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, ибо оно распространилось. Павел, он служил Фессалоникийцам. Павел создал церковь Фессалоникии. И церкви продолжают расти и действовать. И он говорит: вы сами знаете, как я начинал делать и работать у вас. Это значит, что дела Павла были настолько качественными, настолько хорошо действовала эта церковь, что это было нечто таким, что было вау. Они друг другу сами рассказывали. Какая лучшая реклама? Когда сами друг другу рассказывают. Когда сам что-то получил, пережил и рассказывал другим. Вот там мне отремонтировали машину, вот там, в этой церкви классно, там у меня жизнь изменилась. Когда ты сам этим делишься. Павел радовался своей работе, и люди радовались от его работы. Мы уже приближаемся к заключению. Книга Откровения 21:5. Иисус говорит: «Я творю все новое». Есть одна вещь, которую только Бог может сделать. Когда Бог дает тебе новый дух, новое сердце, когда ты признаешь Иисуса Христа своим Спасителем, и Бог входит в тебя и изменяет тебя изнутри, и это может сделать только Бог. Скажи: только Бог. Только Бог. 2 Коринфянам 5:17. Итак, если кто во Христе, тут есть новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, он новое творение. Перерожденный человек — это чудо от Бога. Но в то же время Матфея 28 написано: «Идите и делайте учениками все народы. Идите и делайте, проповедуйте, любите, служите». Бог не может без тебя сделать это чудо. Точно так же и ты без Бога не можешь сделать это чудо.
пусть Божье Царство придет, это моя и твоя работа, и Бога работа, общая, совместная работа, наша и Бога. Бог, Он наш старший партнер, Дух Святой, твой старший партнер. И от этого, от того, как ты любишь свою работу, от того, как ты творишь, как люди могут наслаждаться, в такой же мере Бог может действовать в твоей жизни. В такой же мере Божье Царствие идет и распространяется. Колоссянам 3:23. И все, что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Делайте все Господу, а не Богу. Господу, а не людям. Бог, Он Творец. Он радуется тому, что Он творит, и делится этим людям. И точно такую же природу Он вложил в тебя, и в меня, и во всех людей. Что мы творим. То, что нам самим нравится, и нравится тоже людям. Если мы следуем этим принципам, если мы все делаем как Господу, тогда это будет нести нам наслаждение, наполнение и наполненную Духом жизнь и ведет нас к достижениям и к победам. Аминь. Воздай славу Богу. Хочу пригласить тебя, Иисус, ты знаешь Иисуса Христа, как своего Спасителя. Если ты никогда не говорил мне да, я не пригласил его в свою жизнь. Mans aicinājums ir tieši priekš tevis. Ja tu zini, ka tu, ka tavs dzīves ceļš neved uz debesīm, tad uz zemi, tu vari droši šeit nākt priekšā, ja aicini, ka tu nāc šeit pie altāra, un mēs lūksim lūkšanu, es tev palīdzēšu lūkt. Tu varēsi pieņemt Jēzu, kas savu glābēju savā sirdī. Šeit dzirdējām, ka Dievs ir radošs. Viņš sveži, ka Bog ir tvarēts. Un viņš grib darīt brīnišķīgas lietas tavā dzīvē. Ja tu arī to vēlies, ja tu vēlies izmainīt savu dzīvi, tad nāc šeit droši priekšā. Tagad vyhodi sūdā. Jēzus tev gaida. Jēzus tev gaida. Bog šķiet tebā. Un zin, ka vienīgais ceļš uz debesīm ir tikai caur Jēzus Kristu. Ļoti labi. Noteikti, ka ir vēl kāds. Наверняка есть ещё кто-то. Vienīgais, kas var piedot tavus grēkus, ir Jēzus Kristus. Viņš tev gaida. Viņš tev to izdarīt. Viņš tev to izdarīt. Viņš tev gaida. Viņš tev izdarīt. Tev ir jāizdara savu daļu. Tev ir jāatnāk šeit un jāsaka viņam jā. Tu должен выйти сюда и сказать ему да. Очень хорошо. Ja tu vēlies dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tu tiešām vēlies izmaināt dzīvi. Тогда это тот момент, это то время, когда ты можешь сказать Богу «да» и сделать. Бог войдет в твою жизнь, Он слышит, Он здесь. И Он изменит твою жизнь, и что ты этого хочешь. Он прощает тебе твои грехи, Он дает тебе вечную жизнь. Он исцеляет тебя, пока ты здесь на земле. Он благословляет тебя, Он освобождает тебя. И мы сегодня свидетельство слышали, что только Бог это может сделать, только Иисус. И есть смысл сказать Ему «да», Он самый лучший. Мы будем молиться, молитва будет очень простой. Я буду говорить слова молитвы, а вы повторяйте за мной. Говорите Богу. Думайте о словах, которые вы говорите. Закройте глаза, чтобы было легче концентрироваться, и мы будем молиться. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе в молитве. Я принимаю решение верить, что Ты прислал Своего Сына Иисуса Христа, который пришел и жил здесь, на земле, и который умер на кресте за все мои грехи, который 3 дня был в гробу, но на 3-й день воскрес из мертвых. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas.
а сейчас сидит у правой твоей руки на небесах. И через Духа Святого он здесь. Драгоценный Отец Иисус, я признаю, что я грешник. И сам себя не могу спасти. Поэтому я прошу, прости все мои грехи. Пойди в мое сердце, измени мою жизнь. Я хочу, чтобы ты стал Господом моей жизни. Paldies, Kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Спасибо, Господь, что все мои грехи теперь прощены. Mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Мой путь жизни ведет до небеса. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. И мне принадлежит обетование вечной жизни. Paldies Tev, Kungs, Jēzu. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Amen. Amen. Tie, kas zālē, 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 tie, kas zālē,